Антон меня зовут. Фамилию называть не буду. Конечно. А ты откуда родом? Сам с Красногоровки, Донецкой области. Сейчас под укропами? Да. Вернуться не могу. А семья осталась? Да. Жена, сын. Но они уехали. Оттуда. Мать, инвалид первой группы. И ты как долго в ополчении? С 2014 года, с самого начала. И зачем ты решил воевать? Ну, как начали обстреливать. Первый обстрел был самолетом по Петровскому району. Ну, как-то сильно не дал значения. Но когда ударили градами по Марьинке и Красногорову, понял, что что-то началось. А скажи, пожалуйста, когда начинался Майдан, ну, потом, когда был там переворот, ты думал, что это будет вот такой путь, что я не будет можно? Я не ожидал. Я думал, что Донец сидел себе спокойно, рабочие люди. Оно нам не надо, мы в Европу не хотели. Ну, пусть побесятся, да все угомонится. Но в итоге, когда они сюда полезли, уже было ясно, что хорошего ничего не будет. Ты думал, что это так долго будет? Нет. Думал, быстро закончится. А думаешь... Честно говоря, надеялся, конечно, на Россию. Но вот так получилось. Своими силами приходится. А как думаешь, как долго еще? Самому Богу только известно. А можешь сказать, где ты воевал? В аэропорту был, в Марьинке был. В Иловайск ездил, но не участвовал. А сейчас мы находимся где? Мы находимся в 6 километрах от Марьинки. И какая обстановка? Весело, периодически. Ну, по соотношению с 14-м детский лепет. Периодически 1-2 там обстрела бывает. Это имеешь в виду какой обстрел? Артиллерийский. До 120-ки? 120-ки, 122-е, 152-е. И они бьют по блокпосту или по мирно? Здесь, ну как бы от нашей позиции мирные далеко. Но все равно вот со стороны нам видно Петровский район. Видно вспышки каждый вечер. Трудовские, Петровка, жилплощадка. А по вас тоже? Да, иногда. Но я видел, что на блокпосту много машин, гражданских машин. Ночью их нет. Днем сюда не стреляют. А ночью бывает залетают. А ОБСИ приезжают? Ты видел здесь ОБСИ, чтобы были? Проезжают. Днем. Проезжают. Угу. Проехали туда, проехали обратно. Вот и вся миссия. Обсервационная миссия. Да. Хочу еще обратиться к товарищам, которые находятся по ту сторону окопов. Откройте глаза. Неужели вы не видите, что происходит? Я Донбасс, в Донбассе родился, в Донбассе живу. Я коренной дончанин. Какие тут российская, какая российская армия? Вы против нас воюете, против своих же пацанов. Давайте одумайтесь. Слаживаем оружие, будет все хорошо. А украинская власть говорит, что здесь ополчения нету, только террористы и наемники или 200 тысяч русских солдатов. Конечно. Да. Посмотрите на меня, какой россиянин. Какой из меня спецназовец. Обычный охранник в прошлом. Ну как-то так.